Во Владивостоке прошла масштабная акция по наведению чистоты и порядка. Одна из точек уборки – саперный редут. Здесь порядок навели журналисты, блогеры, сотрудники Владивостокской крепости, представители мэрии и общественники. Вместе с горожанами к уборке присоединился мэр Владивостока Константин Шестаков. Уже по доброй сложившейся традиции вместе с медиасообществом мы выбрали объекты Владивостокской крепости, а именно саперный редут. Поэтому сегодня все здесь. И нашу жемчужину, которую общими усилиями администрации, прокуратуры города Владивостока мы освободили от незаконных стоянок. Ну и в этом году у нас здесь будет уже общественное пространство, поэтому все вместе радеем и приводим в порядок наш любимый город. Убрали от мусора также маяк на Токаревской кошке и участок зеленой зоны леса и ручья рядом с улицей Героев Варяга. С организацией питания помогли сети питстопов и ресторанов. Собрано более 50 мешков различного мусора, убраны поваленные деревья, что позволит жителям рассмотреть возможность благоустройства участков. Все собранные отходы направят на полигон, а старые автопокрышки передадут в специализированную компанию, занимающуюся переработкой данного вида отходов. Артем Белов, Диана Иванова, новости на Восьмом.